В Жамбылской области в эти выходные из снежного плена вызволили 36 человек и 9 автомобилей. Для этого в Курдайском районе развернули целую спасательную операцию. Выехавших, несмотря на предупреждение о непогоде, людей искали 16 сотрудников областного ДЧС. В масштабных работах также задействовали 3 единицы техники. Для приема застрявших в непогоду водителей и пассажиров на местах организовали 4 пункта обогрева и горячее питание. Водитель, сразу! Эвакуация сразу! Несмотря на то, что сейчас дороги в регионе открыты для всех видов транспорта, спасатели призывают жителей следить за погодными условиями и не игнорировать СМС-рассылки ДЧС об ожидающихся метелях и гололеде. А вот выехавших, несмотря на штормовое предупреждение водителей, привлекают к административной ответственности, напомнили в ведомстве. Сейчас у нас практикуется то, что с сотрудниками полиции составляется административный протокол. За эти 2 дня было составлено 5 административных протоколов, которые будут направлены в административный суд для наложения административного штрафа в количестве 30 МРП.